Ана тілі рубрикасыны сейреттік, таныш олмаған сөзлеріні язып алдық. Енді есе яйнымызна девам етеміз. Вебызым студиямызда Мусафыр. Вебызым Мусафырымызден біз спорт мевзісіна ачықладжамыз. Ве сізге де сайғылы достар, бізым субетімізге хош келдіңіз дейміз. Әбет сайғылы достар, белі олғаны кібі қырым татарлар, спорт саасында бұйық мафақиетлер қазаналар, яңын ғалибелерінің қазаналар, ве тамам спорт саасында бұйық ғалибелерінің қазанған инсаларынды біз студиямызға мұсафырлікке дәвет етеміз. Ве бүгінді бізім студиямызда Эльдар Мамедов, күреш бойынша бұтын қырым чемпионатының күмуш мүкефатының сайбы, ве юнан күреші бойынша спорт устасы. Сәлем алейкум, қош келдіңіз студиямызға, сабаларыңыз қайырлы болсын. Как настроение, как началось утро? Настроение замечательно, утро началось бодро, с легкой разминки, ну и непосредственно с выездом к вам на телеканал. Есть ли у вас секрет бодрого пробуждения по утрам? Нет, легкая разминка и все хорошо. Насколько нам известно, Куреш, борьба – это не основной вид вашей деятельности. Вы госслужащий, вы сотрудник МЧС, но при этом являетесь мастером спорта по греко-римской борьбе. Расскажите, как вам удается совмещать работу и борьбу? Расскажите о вашей деятельности. Да, действительно, я являюсь сотрудником отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району, Главного управления МЧС России по Республике Крым. Занимаю должность государственного инспектора. Ну, если коротко о своей профессии, то, значит, провожу профилактические мероприятия чрезвычайных ситуаций, проверка плановой и неплановой объектов защиты на предмет требования пожарной безопасности, ну и непосредственно расследование по делам по факту пожара. Да. Профилактические мероприятия проводите для детей или для взрослых? Абсолютно для всех слоев населения. То есть безопасность должна быть на высшем уровне везде. В спорт я пришел и привел меня брат. Он тоже мастер спорта по греко-римской борьбе. В спорт я пришел в 6 лет, в столь юном возрасте. Спасибо хочу сказать своему брату, это Мамедов Ленур Кишвединович. На сегодняшний день он является старшим тренером сборной Республики Крым по греко-римской борьбе среди младших юношей. Вот. Отец был за тем, что я занимаюсь борьбой, он был доволен, но мать была против. Так как она работает у меня учительницей в школе, она говорила, что спорт не накормит, учись. Это тебе пригодится. Ну, поэтому пришлось и хорошо учиться, и хорошо бороться. Ну, вот как-то вот так вот. Был стимул преуспевать и там, и там? Конечно, конечно. Помните ли свою первую тренировку? Нет, честно говоря, первую тренировку не помню, но первые соревнования я помню, я там занял первое место. Что это были за соревнования? Ну, это были юношеские соревнования. На территории Бахчисарайского района проходили эти соревнования. Мне удалось занять первое место, и как бы и пошло поэтому очень так легко. Хорошая мотивация была, да? Да. Поговорим о всекрымском чемпионате по национальной борьбе «Куреш». Вы принимали участие и в этом году, и в прошлом году. И в этом году вы заняли второе место, стали серебряным призером. Почему решили принять участие в соревнованиях? Ну, если говорить о национальной борьбе «Куреш», прежде всего хотелось бы сказать о том, что борьба «Куреш» на сегодняшний день стала некой платформой, да, для возрождения данного вида спорта. Конечно же, не имею права поблагодарить организаторов данного турнира. Это инициатора турнира, депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Исмаиловича Бальбека. Это главу республики Сергея Валерьевича Аксенова, который принимал деятельное участие и поддержал проведение данного турнира. Вот. На сегодняшний день для Крыма борьба «Куреш» – это, знаете, такая платформа, консолидирующая, объединяющая все, вне зависимости от вероисповедания, конфессии, да, все народы сплочает. И в данном турнире принимают участие все виды борьбы. Это и дзюдоисты, и самбисты, и вольники, и классики. Вот. На этом турнире мне в этот раз
чуть-чуть не повезло. Я стал вторым. В финальной встрече я получил травму грудной клетки. Я поломал ребро и снялся со схватки, потому что здоровье – это важнее. Конечно, было обидно, хотелось быть победителем, но меня успокаивает то, что за выход в финал я смог выиграть у именитого спортсмена, это победителя прошлогоднего турнира абсолютного чемпиона Гурама Черткоева. Вы, наверное, знаете, конечно, да, про него? То есть, ну, как-то вот так. Говорят, что главная победа – это победа над собой. И заняв второе место, это, конечно, тоже считается победой. Расскажите, что предшествовало этой победе и как проходила подготовка? Предшествовало то, что, я повторяю, с 6 лет занимаюсь борьбой. То есть это какой-то опыт, да, который я занимаюсь уже длительное время в спорте. Плюс мотивация. Организаторы сделали очень достойные призы. Такие авторитетные, скажем так, за первое место. Все мы знаем, это был автомобиль, за второе, третье – это внушительные суммы денег. Поэтому стараюсь всегда выступать на таких соревнованиях, плюс поддерживать традиции крымско-татарского народа. А вы являетесь мастером спорта по греко-римской борьбе. Скажите, сложно ли, обладая навыками греко-римской борьбы или самбо, бороться по правилам борьбы куреш? Да, все, вы правильно говорите. Так сложились обстоятельства, что в школьное время я занимался греко-римской борьбой, где показывал достаточно хорошие результаты. После того, как поступил в военный университет, мне пришлось переквалифицироваться в борьбу с самбо. Все мы знаем, что борьба с самбо – это профильный вид борьбы. Поэтому мне пришлось защищать честь университета по борьбе с самбо как на территории страны, так и за пределами, ну, на международной арене. Да? Для меня лично борьба куреш – очень комфортная борьба. Так как у меня присутствует база греко-римской борьбы и борьбы с самбо, мне очень комфортно, удобно бороться. Ну, не всем так. Мне очень удобно. А скажите, травмоопасен ли такой вид спорта, как куреш? Да, на самом деле данный вид спорта травмоопасен. Это обусловлено тем, что данный вид борьбы очень яркий, эффектный. Там существует большое количество амплитудных бросков. Плюс встречаются две школы, соперники разных стилей борьбы. То есть, грубо говоря, встречается самбист и борец классической борьбы. И они даже не знают, что существуют такие виды бросков. Они просто от неожиданности, ввиду того, что в каждом виде борьбы существует свой арсенал бросков. Поэтому из-за этого, к сожалению, бывает травмы. Но это спорт. Говорят, что нужно уметь правильно падать. Это на самом деле так, что очень важно. Конечно. Даже важнее не уметь бросать, а уметь падать. Да, нас с детства обучают изначально не бороться, а кувыркаться, чтобы мы мягко умели приземляться, контролировали свое тело. Конечно же, изначально идет подготовка у детей, это умение владеть своим телом. И продолжая тему детского спорта, скажите, если родители думают о том, чтобы отдать своего ребенка в какую-либо спортивную секцию, должны ли они рассмотреть в своем ребенке какие-то предпосылки и понять, что именно борьба ему подходит? Нет, они этого не должны делать. Они должны просто помогать ребенку и содействовать ему. Все мы знаем, что мальчики, сегодняшние мальчики, завтра будут успешные мужчины, будут фундаментом семьи. Поэтому занятие в единоборствах – это будет ему плюс. А родителям я желаю, чтобы они поддерживали своих детей и свою, как бы, ну, держали себя в руках. И в последующем они получат достойных сыновей и защитников мужчин. Расскажите о ваших ближайших планах. Готовитесь ли к каким-либо соревнованиям по борьбе? Да, я сейчас готовлюсь к ведомственным соревнованиям по борьбе самбо и дзюдо среди силовых структур. Ну и, конечно же, готовлюсь к следующему уже турниру по национальной борьбе куреш. Уже заранее так идет подготовка, ну, конечно. Да? Спортсмен должен всегда себя держать в тонусе. И спортсмен тот, кто каждодневно тренируется.
конечно. Скажите, насколько важно современному подрастающему поколению заниматься спортом? И какой бы совет вы дали не только их родителям, конечно, но и самим начинающим спортсменам? Слава Богу, что на сегодняшний день спорт – это модно. Сейчас много детей хотят заниматься борьбой. Спортзалы полны мелкими ребятишками, у которых горят глаза, есть уже цели, все хотят быть чемпионами. А молодому поколению, молодым спортсменам я хочу пожелать, знаете что, это поставить себе конкретную, четкую цель, что они хотят в спорте, и стремиться к ней. Также слушать и слышать тренера, потому что тренер всегда направит в нужное русло спортсмена. Ну и, конечно же, терпение. Все мы знаем, что в спорте бывают и победы, конечно, и проигрыши, и травмы. Надо перетерпеть, и все получится. Со скольки лет лучше начать заниматься борьбой? И как часто нужно, и как упорно нужно тренироваться, чтобы достичь хороших результатов в этом виде спорта? Смотрите, вот конкретно в моем случае у меня есть сын, его зовут Ирвин, ему недавно исполнилось 4 года, но я уже его привожу в спортзал с собой. Конечно, ему не поставишь какие-то броски, но он прививается к обстановке, он какие-то элементарные гимнастические упражнения уже делает, он видит, как тренируется, то есть морально он уже подготавливается. Ну, хотя мы знаем, что у детей еще мозг не работает на таком уровне, который осознает, да? Но вообще я считаю, что с 8 лет нужно ребенка отдавать спорт, именно по единоборствам, я вот скажу так. А в гимнастике мы знаем, что детей уже с 3 лет подготавливают, а в 14 лет мы знаем, что они уже заканчивают свою карьеру, они уже становятся олимпийскими чемпионами. Поэтому в разном виде спорта свои параметры. Ну, а для вашего сына есть главный стимул, главный мотиватор, герой в лице его отца, который всегда будет стимулировать к победе. И каждый ребенок, я считаю, хочет быть похожим на своего отца, а особенно, когда его отец чемпион. Ну, да. Ну, и в свою очередь я ребенку передам весь свой багаж знаний и опыт. Буду направлять его. Буду стараться всячески поддерживать его. И, во-первых, хочу воспитать в нем достойного мужчину, ну, и борца экстра-класса, олимпийского чемпиона. Ну, если этому будет способствовать его здоровье и желание. Чахсагалнес, что пришли сегодня, что нашли для нас время. Мы вам, конечно, желаем успехов во всех ваших начинаниях. Ждем у нас снова в студии с новыми победами. И в завершении нашей беседы ваши пожелания телезрителям. Телезрителям я желаю крепкого здоровья, финансового благополучия, мирного неба над головой. И все. Думайте о хорошем, и все будет хорошо. Это главное. Чахсагалнес, вам не хватило совсем немного на соревнованиях, чтобы занять первое место. Желаем вам на следующий год стать лучшим чемпионом. Сагалнес. Бассисе яйном узнадевам и тема сайхала достлар. Более мирахло субетам усолда, шамдане бетеки базам рубрикам аз азар. Керингас бера берликте ищти мои суравна сейритейк.